Добрый день, Thoraim Tovim. Сегодня я отвечу на вопрос, что такое чик-чак. Слово чик-чак используется только в ивритском сленге, означает оно очень быстро, на скорую руку. Например, у Масбир чик-чак. Он объясняет на скорую руку. А ты мивиним чик-чак. Вы понимаете, очень быстро. Я надеюсь, что это было полезно и интересно. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.